Или может, через минуту начнется наш концерт. Всего лишь одна минута. Меньше, чем через минуту мы выходим на сцену. Выходим на сцену. Она приболела, слышите, да, как она? Да. Наверное, засниму это в серединке. Камеру включать не буду, но снимать, наверное, не получится, потому что я не смогу так быстро-быстро играть. Ну ладно, увидимся с тобой попозже, мы побежали на сцену. А, точно, но я сейчас просто сначала сниму, и ты все увидишь, что там происходит. А Лена играет в футбол. Лена до сих пор играет в футбол. Лена играет в футбол. Закончился наш концерт в Анапе. Кусочки этого зрелища можно было наблюдать на эту камеру, да. Леночка наснимала там что-то, и, по-моему, даже сняла меня. Вот, и...
Да, это была жесть. Женька в конце потеряла сознание. У меня что-то совсем болит горло. Наташка, ну, Наташка всегда зажигала так, что у меня болит шея, наверное. Не буду показывать, что делает сейчас Наташа сейчас внизу. Снимай штаны. Снимай штаны. Переодеваюсь. Так. Можно сейчас же показать? Сейчас ну, можно. Все. Ну, все. Наташа уже все сняла. Ой, ой. Ранетки, да. Вот такие ранетки. Вот. Кусочек нашего концерта видели Comedy Club. Они выступают после нас, и они даже пожали нам руку. Вот эту руку. И они ее теперь не будет мыть. Я теперь не буду ее мыть. Заклею ее клеем, заклею ее скотчем и напишу. Эту руку жало Гарик Каштанов Рединов, да. Здесь были. Comedy Club. Ну а сейчас нужно пойти в тот знаменитый туалет, в котором мы с тобой уже наблюдали. И отмели. Я голос рано. Вот это да. Вот это да. Вот они настоящие звезды. Я боюсь. Здрасте. Я пойду, я стесняюсь. Лена. Что? Сами решили поехать. Аня. Я просто снимаю крупным планом. Хочу знать, что ты думаешь по этому концерту. Все круто. Все реально круто. Ладно, сейчас я приду вечером, сейчас. Сейчас, одну минутку, попозже. А меня еще Нюта затащила мне в комнату случайно, они там танцевали. Я им взяла руку. На самом деле я не хотела в туалет. Это был повод пройти мимо них. Ну иди теперь обратно. Да, я пошла. А я пойду в туалет, правда. Это, кстати, другой туалет, который находится на третьем этаже. Вот здесь вот такое вот зеркало есть, прекрасное, прекрасное, замечательное зеркало. Мне кажется, мне через него даже немножко видно. Замечательный туалет. Но что будет дальше, я тебе не покажу. Пока.